перемещай меня в ту. Короче, здесь дживелт. То есть ты типа вот эти хрени таскаешь, как в ряд, чтобы было три боли, и там внизу можно нанимать, типа, войска. Типа, они сами идут. Сейчас попробую. Сейчас разберусь. Надеюсь, быстро не качать. Так, старт дживелт. Половина есть. Вот, тут написано, кстати. Если бы я английский знал. У меня на русском написано. А, все. То есть три любых фишки совместите все? И совмещаешь, тебе там дают минералы, за минералы ты можешь там покупать войска внизу. Окей. Ай, что-то. Старт. Так, вот с этим у меня хреново. Сколько уже накопил? Ну, немало. 240. И хрена! Я в этих играх про. Так, так, так. Отлично. Меня друг тренировал просто в эти игры. Отлично. Отлично. Вау, вау, вау. Так, все. О, пошло. Отлично. Ты тоже там копил, вижу как. Самое это сложное, Паша, это и воевать, и совмещать. Отлично. Все. Так, так, ладно, все. Начихать, начихать. А, нету совместить где, нашел. Отлично. Отлично. Как тут подсказка есть, день, Паш? В смысле подсказка? Как? Если ты не видишь, как совместить. Вот это... Там можно сброс фишек внизу сделать. Вообще я не знаю. Отлично. 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 Потрясающе. Круто. Вау, 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 полегче там. Покатили! Хо-хо-хо, полегче. Паша, ставлю на тебя свою запасную жизнь. Это что, 9 жизней у тебя что ли было? А сейчас сколько? 8 прошло. Запасная жизнь. Что-то новенькое. Отлично. Вторая жизнь бы не помешала, может быть. Ибо это... У меня 43 жизни, говорит. Мажор. Или хуже. Ты там не офигел бессмертного вызывать? Я не вижу, где совместить. Не вижу. Слепой! Увидел. Отлично. Чё? Я его вроде должен был убить, как написано. А. О, новые фишки вообще норм. Нормально, нормально. О. Отлично, отлично, потрясающе. Мы друг друга то притесниваем, то нет. Вот это интересная карта. Это официальная карта. Ох, это еще круче. Отлично. Она же и для стартовой версии доступна. Я просто не знаю, можно ли или что там. Отлично. Мотай, или как они там говорят. Ты там на меня еще и скиллы будешь действовать. Ах ты негодяй.
Отлично. Отлично. Так, окей. Копим дальше. Отлично. Я не ищу легких путей. Так. Где? Пошел. Блин, мне уже... Кто придумал эту карту, ему надо руку пожать. Так вот. А ты что, уже играл в эту карту? Да, играл. Да. Да. Отлично. Пускай запоют наши души. Отлично. Потрясающе. Отлично. Потрясающе. Ё-моё. А, ни хрена ты тут написал. Нет! Голос, сдохни! Чем тебя убить-то твою налево? Вот сейчас ты вовремя его, кстати, призвал. Когда не вовремя призовешь, тебе пипец как фигур. Ё-моё, не пишу, не пишу. Наконец. Оу. Нормально. Всё, последний вижу. Отлично. Отлично. О, я совсем забыл, что можно выиграть. Отлично. Блин, мне же даже говорить некогда, что тут такое бои устраивают. И... Я тебе даже базу повредить не могу нормально. Конечно. Натренирован. Да ни хрена не натренирован. Это я когда 2 на 2 играл, тащил. Там браковал, не знаю, чуть ли на последнем месте был из-за того, что эти фишки вечно... Не мог найти. Там, не знаю, такие задроты, блин, так быстро все набирает очки. Воу, ты меньше меня очков набрал, что? Где энергия? А. Потому что я отвлекаюсь на бои. Я заюзать там что-нибудь еще, это подолго. Так-то вначале я тебя пережал. Сейчас нет. Бля, фишек нету. И плюс ты меня постоянно жмешь, мне приходится истратить их. Я не успеваю. Так гидролиз каким нахрен? Я колебал уже. Так, уже Т1 я разрушил почти. А-а-а!
Я не могу сосредоточиться, я на гидролиска смотрю и... ультралиска, и не могу ничего призвать из-за этого. Недостаточно энергии. Отлично. Так, всё, надо сосредоточиться. Отлично. Отлично. Потрясающе. Отлично. 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 Блин, так бесконечная война будет. Нету. Ниже, а уйдет. Воу, полегче, чего у тебя там скрипит так? Тебя там что, гонки устраивают? Отлично. За тобой охота. Не позволю проиграть. Просто ты не пройдешь. Да. Только не пройдешь, я слепой, не могу найти последнюю комбинацию, чтобы все составить. Отлично. Потрясающе. Отлично. Артаниса. А тут как так быстро на кого сходишь? На, ну понятно. Я уже по убийству. Отлично. Убийство незначительный отрыв. А в том плане энергии у тебя уже будет. Я сейчас сброс сделаю, не могу собрать. Не вижу. Отлично. За Артаниса, вау. Так, услышал? Да нет, чуть позже отдыхнулся. Отлично. Блин, тупые идиоты, идите атакуйте башни, а. А чё, они главное здание атакуют? Главное здание будут атаковать. Я просто не вижу, говорю я. Отлично. Либо я одним увлекаюсь, либо я вторым и не успеваю. Подтверждаю. Хасар де Темплари. Вижу, не ты, фух. Там бесит, когда ты знаешь, что где-то здесь можно собрать, а не видишь. Плюс один. Отлично. Бомба сделал. Отлично. Ты только потом это нашел. Ау. Недостаточно энергии. Это мне напосылал подарок. 10 зиотов. Охренеть. Не
Лич тащит пехоту. Блин. Еще следует моему примеру, чтобы напасывать псиотов. Нет, это моя самооборона. Просто чем я должен обороняться к тебе? Фак. Не вижу. Хил говно, хил говно, хил говно. Кто-то еще помнит. Отлично. Нет, это будет надолго еще запомниться. Отлично. Ты что, наверное, успеваешь почитать, кто какие характеристики дает кому? Да мне это и не надо. Да, надо будет еще сегодня поиграть в GTA 5 на Ютубе. Отлично, потрясающе, круто. Моя идея. Мастер. Там она. Пацаны, кто сегодня будет со мной в GTA 5 играть на Ютубе? А, присоединяйтесь. Славься, танк, хил, говно. Блин, это жопа лис какой-то слишком долгий. С того выстрела мою пушку вынес. Ой, ой, что-то. Что-то ты больно как-то бьешь. Отлично, потрясающе. Блин, когда он это говорит, я сбиваюсь. Отлично. Танк ДД рулет, хил говно, хил говно, хил говно. Интересно, там, кто за кого болеет? А и чё-то ты мою базу коцаешь? Отлично! Отлично. Блин, там твои пушки живые еще, что ли? О, минус одна пушка, неужели? Все, беги. Я все, что мог, это я тебе попортил базу сейчас на сколько. Еще не ГГ. Пока эта пушка не будет разрушена. Еще не ГГ. Вон твоя армия идет. Идет ее очень много. Отлично. Мне очень плохо. Ты выносишь башни. Отлично. Я мискликнул почти что шторм. Отлично. Черт, я уже перестал как-то набирать. А теперь ты меня понимаешь, как я, отлично, как мне сложно было набирать. Ну ты же хвастался, что ты профи. Потому что я отвлекался. Я с другом играл в такую же игру, только в скайпе. Я его постоянно выигрывал, чисто вот этой фигней. Но не более. А тут надо же еще отвлекаться, это пипец как сложно. Отлично, потрясающе. Отлично.
Отлично. Так, 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 так. Хи устарел, теперь время пристав. Прист говно, прист говно. Через 5 минут танк говно. Отлично. Ранец. Я ауру не могу использовать. А, я отвлекся и бомбу пропустил. Все, ГГ. Это ГГ. Не, Ультралиск сейчас подохнет. Ну блин, тупица, добивайте эту фотонку, а. Капец, тупица. Отлично. Вот это мой шанс. Нет, это дал. Если сейчас я смогу, то я выйду. Фишки сбрасываем и утащим. Отлично. Интересно, как тут все так подбирается, что всегда есть ход? Но эта система мозаики сделана там кое-какая, я это сложно объяснить, я это видел уже. Вот грубо говоря, как эта игра создается, что у тебя всегда один ход есть. Так, это тот же принцип. Там вычисления очень сложные, коды. Если ты информатику любишь, то ты поймешь. Отлично. Ну это я понимаю, что там много сложного. Вот мне бы так научиться. Воу, 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 ты мне пронес пушку. Воу, воу, полегче. Ты мне пронес вторую пушку. Отлично, потрясающе, круто. Слишком долго давал тебе фору. Отлично, потрясающе. Он говорит роботский голос. Отлично, потрясающе. Так. Ну, давай, чуть-чуть капелька осталось, черт возьми. На 10 минут. Отлично. Затягивает реально. Ты еще и на время смотришь, ё-моё. У меня же в окне игра. А, точно. Отлично. Я забыл про этот фактор. Что-то мне сейчас подскажет, что я сейчас стряну. Отлично. Отлично. Потрясающе. Пушка пронесена. Так, давай, давай, тащите. Я уже не посылаю. Отлично. Нет, ну ты видел, я тебе сколько вынес. Победа. С одной пушкой я тебя как долго держал.
Зашибись. Вот сегодня такой вот долгий...